Доброе утро, мои дорогие. Вчера... Тихо. Вчера позвонили Любаше Саранче с телевидения, с Пятого канала. Попросили сделать анонс передачи, в которой мы имели счастье сниматься. Я тоже не знаю, как это на Ютубе делается. Ну, попробуем сделать вот так. Все, кому интересно, заходите завтра утром. Завтра это воскресенье, 24 февраля. Заходите в 11:05 на Пятый канал. Передача называется «Вся правда об интернете». Не знаю, что там они... Ну, снимали, что я видела, присутствовала при этом. Ну, что там они сделают из всего этого снятого, я сама не знаю. Вот. Будем смотреть вместе, что из этого получилось. Так что завтра в воскресенье в 11:05 на Пятом канале. Для меня это дело новое. Переживала. Ужасно. Вот. Я в Крыму, в Севастополе. До дома я еще не доехала. Привезла с собой снег. Вчера весь день шел дождь тут, а всю ночь валил снег. Завтра поеду Черноморск. Видео будем выкладывать, естественно. Вот еще что я хотела сказать. Поздравляю всех мужчин. Боря, привет! С праздником 23 февраля. Всем здоровья, счастья. Ой, не знаю, денег побольше. Счастья в семье, чтобы дети росли и радовали. И вообще успехов во всем. Вы же наши мужчины, куда мы без вас? Ладно. Так что, мои хорошие, будем смотреть завтра. Всем пока-пока.